Садхгуру, итак, для всех нас, что мы можем делать в повседневной жизни, в течение дня? Дайте нам простые рекомендации. Делайте это, и вы будете на пути к блаженству, или счастью, или осознанности, к хорошей осознанной жизни. Если вы понаблюдаете, если каждый приложит немного усилий, каждый найдет немного времени для этой частицы жизни. Не для вашей семьи, не для вашей карьеры, не для чего-то еще, а для этой частицы жизни. Уделите ей немного времени, потому что это самая важная частица вашей жизни, не так ли? Да или нет? Да. Даже если вы влюблены, все равно это самая важная частица жизни, не так ли? Уделите ей немного внимания. Как она работает? Почему вы принимаете ее как должное? Поверьте, вы здесь не навечно. Я желаю вам долгой жизни, но однажды вы умрете. Да или нет? Да. Поэтому не воспринимайте ее как должное. Если вы проснетесь завтра утром, Нет, я не желаю для вас этого, но я хочу, чтобы вы понимали. Из тех, кто сегодня ляжет спать, больше миллиона человек не проснутся завтра утром. Поэтому если вы и я проснемся завтра утром, разве это не прекрасно? Миллион человек не проснулись. Вы проснулись. Разве это не здорово? Просто посмотрите на потолок и улыбнитесь. Вы проснулись. Вы все еще здесь. И у многих-многих миллионов близкие им люди не проснулись. Проверьте, все ли эти 5-6 дорогих вам людей проснулись? Все? Вот это да, чудесный день. Вы проснулись, все, кто вам дорог, проснулись. Разве это не прекрасный день? Да. Вы так не думаете? Да. Не похоже, чтобы вы так думали. Проблема лишь в том, что вы живете, думая, что вы бессмертны. Я не говорю, что вы действительно думаете, что вы бессмертны, но вы не осознаете своей смертности. Если вы не осознаете, что смертны, то в глубине души вы считаете, что бессмертны, не так ли? Как часто в течение дня вы осознаете, что смертны? Если бы вы осознавали это, разве у вас было бы время жаловаться, ругаться с кем-то, растрачивать свою жизнь? Если бы вы знали, если бы вы осознавали, что смертны, вы бы делали только то, что является абсолютно необходимым для вас и тех, кто вокруг вас. Одного этого достаточно. Просто напоминайте себе. Не думайте, что это что-то плохое. Смерть — это неплохо. Смерть — это единственное, что делает вашу жизнь ценной. Если бы вы жили вечно, вы были бы невыносимы. Да. Разве мы не рады, что все когда-нибудь умрут? Если вы осознаете одно только это, если вы всегда будете осознавать, что я смертен, не нужно думать, я умру сегодня. Смысл не в этом. Мы все хотим жить как можно дольше. Просто помните, однажды я умру. Если вы будете осознавать хотя бы это, вы естественным образом обретете духовность. Если каждый день, каждый момент вы будете напоминать себе, что жизнь коротка, я смертен, однажды меня не станет. Попробуйте делать это на протяжении 2 дней, и увидите, что станете абсолютно прекрасным внутри. Вот и все. Это просто прекрасно. Вот и все, что требуется. Если вы хотите познать ценность жизни, просто осознайте, что она коротка.